Привет! Вы знаете, что женщина, у которой есть семья, проводит на кухне в среднем 3-4 часа в день, а выходные еще больше. И мне кажется, это чудовищно много и несправедливо, потому что есть ощущение, что на кухне проходит половина жизни. Но есть хорошая новость, что можно организовать все процессы и использовать такие инструменты, благодаря которым все, что связано с готовкой, уборкой, будет занимать у вас не больше 1 часа в день. Откуда я это знаю? Меня зовут Дарья Черненко, и я в теме тайм-менеджмента и кулинарии уже более 12 лет. Я автор книг-бестселлеров про планирование меню, заморозки, заготовки. У меня есть своя кулинарная школа «Хорошие хозяйки», которой прошло более 10 тысяч участниц. Я создатель кулинарного портала «Меню недели», и я знаю все о том, как экономить ваше время и силы на кухне. Я хочу поделиться с вами своей системой и своими инструментами, наработками, поэтому приглашаю на бесплатный вебинар. Вам ничего платить не нужно, более того, я вам дарю подарки, использовав которые вы уже сегодня начнете экономить свое время и силы, и деньги на кухне. Во-первых, я вам подарю сезонное меню на неделю. Это такой журнал с рецептами, со списком покупок, использовав который вы сразу можете начать жить по меню. Во-вторых, на вебинаре вы получите карточки с рецептами для планирования меню, которые выглядят вот так. Благодаря им вы можете планировать меню на неделю очень быстро, за 5 минут на всю неделю. А еще вы получите сценарий быстрого ужина и сможете готовить 3 блюда за 30 минут. То этот сценарий выглядит вот так, и я расскажу, как им пользоваться на вебинаре. Под этим видео находится кнопка «Записаться». Вы переходите по ней и регистрируйтесь на вебинар, и я вам расскажу про все инструменты, про все способы, которые помогут вам создать такую систему на вашей кухне, при которой у вас дома всегда будет полезная и вкусная домашняя еда, а вы будете тратить на ее приготовление минимум вашего времени, сил и денег. До встречи! Регистрируйтесь на вебинар!